Оригинальные панорамные снимки Мертвого моря, стены плача и израильских городов. В Алматы открылась фотовыставка старейшего геолога Казахстана Ильи Фишмана. Автор более 200 работ в области геологии, тектоники и полезных ископаемых увлекся фотосъемкой еще с юности. Его персональная выставка, где представлены более 60 фотографий, приурочена к 70-летию Израиля. Оказавшись в Израиле, я просто был поражен. И я снимал все, что проникало в мое сердце. Очень многое навсегда останется как хорошие воспоминания, как память об этой удивительной стране. Пространство в Израиле многослойно. То есть там присутствуют срезы многих тысячелетий. Вот здесь вот все связано с Давидом. Вот здесь вот сам такой богатырь был, знаменитый Самсун, и так далее, и так далее. Автор, находясь в Израиле, не ставил профессиональных геологических задач. На первый план в его работах выходят люди, природа и необычная архитектура страны. Фотографии сделаны за последние десятилетия. В эти годы Фишман побывал в Иерусалиме, Акко, Яфу, Кейсарии и других городах Израиля. Одна из его любимых работ – фото стены плача. Геолог отмечает, что его, как туриста, удивил вес использованных каменных блоков. Он доходит до 3 тонн. Я очень рада, что пришла на выставку. Узнала много нового об Израиле, культуре этой страны, традициях, природе. Все это очень четко передано через фотографии. Такое ощущение, что я сама нахожусь в этой удивительной стране.